фамилия Толстых очень известная. Это и писатели, это и ученые, это и благодетели. И в городе Одессе была такая семья Михаила Михайловича и Елены Григорьевны Толстых, которые осуществили свою очень давнюю мечту, а именно построить пункт скорой помощи в городе Одессе. Друзья, Вальховский переулок, город Одесса. Пункт скорой помощи номер один. И сегодня, в праздник, 29 апреля, мы хотим поздравить наших добрых сотрудников скорой помощи с их днем. Почему? Потому что в 1902 году, 29 апреля, именно в нашем городе был установлен пункт скорой помощи. И с этого дня люди начали праздновать день этих великих людей. Мы много снимали фильмов, мы много делали для них добро. Семья Андрея и Нары Зарычанских кормила полгода в период локдауна, пандемии, сотрудников скорой помощи. Они стали для нас очень близкими. Владыка митрополит подарил от лица Одесской епархии две скорой помощи класса Б. И сейчас эти скорой помощи несут свое дежурство и спасают сейчас уже чьи-то жизни. И мы имеем огромную честь перед праздником Светлого Воскресения Христова, Пасхи, подарить им подарки, уделить им внимание и сказать просто огромное спасибо от всех вас, наши дорогие братья и сестры. Что же, дорогие друзья, добро объединяет, и оно везет сегодня огромные подарки для наших сотрудников, которые уже выстроились в ряд и ждут нашего приветствия. От лица Одесской епархии, от владыки Агафангела, всех верующих, примите самое лучшее поздравление с днем работника скорой помощи. Мы вас очень любим, благодарим за ваши труды, благодарим за ваши добрые сердца. Несмотря на то, что вы все худенькие, хрупкие, не такие удалые, как я, вы несете свой пост очень ответственно, спасая человеческую, самая главная ценность – это жизнь. Мы вам низко кланяемся и преподносим подарочки от всех нас. Спасибо. Пасочки, с наступающей Пасхой! Диспетчерский колл-центр, куда поступают все звонки со всей области, со всего города Одессы. Мы уже здесь были, показывали этих ведважных наших лекарей. Мы их тоже поздравляем. Сегодня православная молодежь во главе с отцом Максимом принесла те же самые подарки, на которых написано огромный буквы «Добро объединяет». И интересно, что сотрудники еще раз нам рассказывают, что 118 лет назад, 1903 года, 29 апреля, день рождения скорой помощи. Именно с города Одессы все началось. Как много и чего хорошее. А сейчас ребята передают подарки. И напоминаем, что на 10 станциях наши священники, наши волонтеры сегодня приносят подарки. Работников скорой помощи и преддверии светлого праздника Пасхи Христовой Одесская епархия по благословению владыки митрополита Агафангела в рамках инициативы «Добро объединяет» поздравляет всех тех героев нашего времени, кто является на передовой, работает и оказывает первую необходимую помощь, сохраняя жизни многих и многих людей. Время очень тяжелое, которое касается каждого человека, живущего на этой планете. Забота эта заключается в том, что мы всегда сыты с помощью. Спасибо большое священнослужителям за то, что люди всегда чувствуют эту заботу.
спасибо вам большое от наших сотрудников. Ну, сейчас, конечно, очень тяжелое время в нашей работе, потому что, вы знаете, пандемия ковида, она внесла свои коррективы, поэтому люди работают очень в напряженном графике. Видите, вы приехали, даже нет ни одной машины, потому что все на выезде. Так, в общем-то, справляемся. Спасибо, что вы нас не забываете, что вы нас поздравили. Нам очень приятно. Вот, мы стараемся для людей, прикладываем все силы. Поэтому я думаю, что мы вместе с вами, с Богом справимся и пандемию победим. В общем-то, и все у нас будет хорошо.